солдат хочет обратно вернуться к власти. Я как активист гражданского объединения, комитет вызволения Политвязнева, земляк Януковича, хочу обратиться к российскому народу. Я русский по национальности, хочу сказать, братья и сестры, нам нечего делить. Наш враг — это коррупционно-олигархическая система. Например, в городе Енакиево, могу представить, Енакиевский металлургический завод, завода независимости, сокращено 5000 рабочих точек. От себестоимости стали людям платится зарплата 2-4%. Получая нищенские зарплаты, у нас в Украине остановилась легкая промышленность, вспомогательная. В общем, хочу сказать, люди, россияне, объединяйтесь и боритесь с криминально-олигархической системой в вашей стране.